Отметить праздник парка и целой улицы, поучаствовать в турнире по уличному баскетболу и насладиться колокольными звонами в Суздале. В эти выходные владимирцев ждет много интересных событий. Так, в эти выходные свой день рождения отметит парк «Дружба». Начнется праздник в субботу в 11 утра. Для юных гостей подготовили интерактивную программу «Детство в парке». Специально для ребят аниматор проведет экскурсию по живописным уголкам территории и научит интересным уличным играм. В полдень в парке откроется конкурсная выставка детских фотографий «Наш добрый парк». Лучшие работы отметят наградами. С 12 до 17:00 гостей приглашают также на бесплатную ярмарку, где разные вещи находят новых хозяев. Выбрать и забрать с собой то, что понравилось, сможет любой желающий. На площадке у катка детей ждет конкурс рисунков на асфальте и арт-терапия. В 17:00 у сцены юные посетители парка смогут потанцевать на дискотеке. 25 августа – основной день празднования. День рождения парка решили отметить в театральном стиле. Гостей ждут игры и конкурсы, творческие мастер-классы и выступления театральных коллективов. Кроме того, весь день детей и взрослых будут развлекать артисты, комики и музыканты. Завершится праздник дискотекой и красочным шоу «Цветной дым». Возрастное ограничение 0+. В субботу в Центральном парке в 11 утра пройдет оздоровительная акция «Легкий шаг к здоровой жизни». Пришедшим напомнит правила здорового образа жизни, научат несложным и полезным упражнениям для укрепления физической формы. Возрастное ограничение 0+. Любители баскетбола в воскресенье соберутся на парковке у Белого дома. С 10 утра до 6 вечера там пройдет финал по стритболу в зачет областной круглогодичной спартакиады. Более сотни команд из разных районов региона сыграют на площадке в формате 3 на 3. Участвуют игроки в возрасте от 10 до 50 лет. Команды, которые займут призовые места, наградят дипломами, памятными кубками, медалями и грамотами от Департамента по физической культуре и спорту. Возрастное ограничение 0+. В воскресенье во Владимире будут чествовать одну из улиц города. Перед городским дворцом культуры в 16:00 начнется традиционный народный праздник «День улицы Горького 2019». В этом году улице исполняется 91 год. Для гостей праздника подготовили музыкальные и игровые программы. Повеселиться от души приглашают всех желающих. Возрастное ограничение 0+. Интересные события в выходные пройдут и в разных районах области. В субботу Юрьев-Польский приглашает на 4-й межрегиональный фестиваль народного творчества «Рябиновое Аполье». С 10 утра на разных улицах города гостей ждут выступления музыкальных коллективов, ярмарка изделий, ручной работы, игры и развлечения. На праздник приедут гости из Нижегородской, Ивановской областей и Москвы. Завершится фестиваль фейерверком. Возрастное ограничение 0+. В субботу и воскресенье в Суздале пройдет 6-й Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне». Имя фестивалю дал знаменитый роман писателя Ивана Шмелева, судьба которого была связана с Владимирской землей. В этом году музыкальное событие посвящено памяти знаменитого художника Валерия Кокурина. По традиции фестиваль соберет лучших звонарей и музыкантов страны. К нам приедут исполнители из Архангельска, Волгограда, Москвы, Нижнего Новгорода, Калуги, Череповца, Костромы, Иваново, Суздаля, а также из литовского Вильнюса. Выступления пройдут на территории Дисположенского монастыря и на Торговой площади. Возрастное ограничение 0+.